Приветствую вас. Мы туристы из Кыргызстана. Первый раз приехали на остров Тенерифе. Это у нас сегодня первая обзорная экскурсия. Очень хороший маршрут удачный выбрали. Горы Анага, реликтовые леса, красота, восхитительно. Просто слов нет, чтобы передать. Завтра планируем на вулкан Тейде. Всем советую тоже этот маршрут обязательно. Национальный парк Анага посетить. И обязательно с нашим гидом Константином Гаврищенко. Гид с 10-летним опытом, очень рассказывает интересно. Ну а нам, что интересно, быть частью такой природы, прикоснуться к истории моментами. Поэтому всем желаю обязательно этот тур принять, посетить эти места. Жакшы калыңыз.